Пожар произошел в череповецком автобусе. Происшествие случилось в субботу около 6 часов утра. Как сообщают в МЧС, сигнал поступил с улицы Рыбинской. Как выяснилось, во время подготовки техники к рейсу кондуктор заметил дым в левой части моторного отсека. Женщина сообщила водителю и вызвала пожарных. До приезда специалистов водитель пытался потушить возгорание самостоятельно. Вероятная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки двигателя. Баня горела в одной из деревень в Верховашском районе. Пожар произошел накануне днем. По информации МЧС, на место происшествия выехали 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. В результате никто не пострадал. Повреждено чердачное перекрытие и стены. Причина пожара, предположительно, нарушение при устройстве дымовой трубы печи отопления. Все обстоятельства устанавливаются. Некачественную уборку улиц отметили горожане в социальных сетях. Они выложили фото с дорог, в частности, акцентируя на нечищенные пешеходные переходы. Реакция пользователей оказалась разной. Большинство почему-то встали на защиту коммунальщиков, отмечая: снега – это зимой дефицит, так пусть полежит подольше. Сообщать в полицию о нетрезвых водителях призывают полицейские. Как рассказали в ГИБДД, практически 60% аварий происходит по вине нетрезвых водителей. 4 человека погибли, 14 получили травмы. Такова статистика прошлого года. Ее приводит ГИБДД Череповецкого района. Полицейские акцентируют: нередко автоалкоголики уже после лишения вновь в пьяном виде садятся за руль. В прошлом году выявили 42 таких водителя. Инспекторы отмечают: помощь в поимке пьяных водителей нередко оказывают горожане. Звонят в дежурную часть, сообщают. И, возможно, именно такая своевременная помощь кому-то спасает жизнь.